закат красивый. В общем, я хотела снять мурал и начала снимать закат. Посмотрите, какая красота. Наконец-то я дошла и снимаю. Я здесь каждый день практически прохожу мимо, но я так вам и не сняла до сих пор. По многочисленным просьбам и заявкам снимаю мурал, который находится в городе Харькове, посвященный легендарному актеру украинскому Леониду Быкову. А если я не ошибаюсь, Быков родился в Донецкой области, похоронен в Киеве, на Байковом кладбище тоже, если я не ошибаюсь. Все же помнят этот фильм, наверное, нет ни одного человека, по крайней мере, на наших землях, кто не знает фильм «В бой идут одни старики». Леонид Быков очень любил Украину и всегда возвращался обратно домой и говорил, что здесь все, трава зеленее, как сегодня мне написала одна зрительница, что Быков говорил, что в Украине трава зеленее и небо голубее, и я согласна полностью. Здесь на нашем театре Шевченко, театр Шевченко, и на нем тоже есть мемориальная доска Леониду Быкову у цьому театрі. З 1951 по 60-й роки працював Быков. Слушайте, ребята, я же не видела, распаковали танк. Он же был запакован в мешках, вы это помните? Его распаковали. Танк Первой мировой войны. Ну, танк Т-34, он стоял распакованный, а этот, я удивлена. Если кто-то что-то знает, напишите мне в комментариях, почему его решили распаковать. Я очень удивлена. Я только сейчас это заметила, мне кажется, он еще на выходных стоял запакованный. Либо я уже вообще потеряла связь. О, смотрите, какой там закат багряный, ну камера не передает. Представьте, у меня он багряный, а у вас он... На камере оранжевый норд. Прикинь, какая разница между реальным розовый цветом розовый. Но я уже дальтоник. Багряно-розовый. Но на камере посмотри, какой он отвратительный. Угу. Понятно. Но все равно красиво. Вот кусочек, фрагментик Харькова. Красота. Куда ты хочешь? Море. И как мы? Это очень долго ехать на море. Нет, быстро. Быстро? Да. В чем ты весь чумазый? В шоколаде. А что? Море. На море хочешь, бедный мальчик. Там дети еще. Там дети есть? Да, чуть-чуть дети. Чуть-чуть детей? Да. И на чем мы туда поедем? А то море. На море хочешь? Так на чем мы поедем туда? На машине. На машине? Да, быстро. Быстро? Это очень долго туда ехать на машине. Нет, быстро. Быстро? Да. Понятно. Должна война закончиться, и мы обязательно поедем. Да? Там нету, еще нету. Кого нету? Бум-бум нету. Нету сейчас бум-бум? Да. Едем. Едем, прямо сейчас можно поехать, если бум-бум нету, да? Да, бум-бум. Так самолеты не летают, амиранчик. Машины есть. Машины есть? Да, едем. Ты представляешь, как в объезд мы будем ехать на море, сколько? Как долго? Да, да? Долго. Долго-долго хочешь? Да, едем. Мы неделю будем на машине ехать на море. Да, ту. Да? Да. Едем. Едем прямо сейчас? Да. А Нору с собой возьмем? Да, папу. И папу возьмем? Да. А бабушку? Да. Тоже и бабушку? Сеудю. А что мы еще возьмем? Сеуи. Сиреноголового возьмем? Да, бабуй. Да ну ты шо, он здесь уже нам всем надоел. Нам только осталось на море сиреноголового с собой брать. Ты шо?
Пусть он лучше идет куда-нибудь на другую планету жить. На Марс. Что это было? Бобой нет. Чуть-чуть бобой. Ладно. Доброго всем дня. Сегодня у нас 21 июля 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас солнечная погода, немного холоднее, чем вчера. Что касаемо обстановки, сейчас кричит воздушная сирена, тревога. Не знаю, как правильно будет. Мы называем то сирена, то тревога. В общем, кричит сиреноголовый. Будем так говорить. Это уже не первый раз за сегодняшнее утро. Слава Богу. Да, сею кричит. Слава Богу, сегодня взрывов я не слышала. Это уже неимоверно радует. Прекрасное утро, проснулись живы. И это уже для нас огромная радость, когда ты просыпаешься и просто понимаешь, что ты живой, и ночь прошла спокойно, по крайней мере для нас. Я лично спала, и дети тоже спали. Сейчас мы отправимся, куда мы отправимся, вы увидите со следующего ролика. А пока вы видели кадры с Амираном, это сегодня мы записывали с утра, сегодня он меня встретил кричанием «хочу на море, хочу на море, хочу на море». Ну вот так вот было. Поэтому, друзья, огромнейшее спасибо вам вчера за поддержку. Я удалила это все. Я согласна, что это не совсем правильно выносить это на всеобщее обозрение. Это такое, но я себя очень вчера плохо чувствовала после этого сообщения. На самом деле, я понимаю, что но это не совсем вот когда говорят, что понятно, что у всех блогеров есть хейтеры, но это нельзя назвать хейтером. Это либо сумасшедший человек, либо проплаченный провокатор. Поэтому здесь уже немножко другая категория. Это, слава Богу, Амиранчик, сейчас мы пойдем. Слава Богу, вы это поняли. Спасибо вам за это большое. Кто переживал за Джокера? Кстати, я добавлю ролик, кадры в конце этого видео. Пусть будет. Я думала, показывать вам это, не показывать, показывать, не показывать. Мои живые эмоции вчерашнего вечера. Я добавлю. Я решила показать. Ну, чтобы все было так, как оно есть на самом деле. Потому что улыбаться всегда, я считаю, надо показывать так, как оно есть. Что касаемо Джокера. Вышел сейчас погулять с самого. Ну, простите, тут у нас на фоне идет игра. Амиран из Лего слепил машину, и она у него там сейчас ездит и сражается с монстр-треком. Джокер вышел сегодня на улицу, попросился сам погулять. Его не было час, я уже начала беспокоиться, искать его по двору нигде нету. Я забеспокоилась, думаю, так, что делать? И сейчас выхожу в кухню, он запрыгнул сам через окно. Кто спрашивал, да, мы живем на первом этаже. Сейчас на первом этаже. Всем спасибо, не забывайте ставить ваши лайки, спасибо за просмотр, спасибо за вашу подписку. Кто еще не подписался, жду вашей подписки. Вообще очень приятно, когда я вижу, что вы подписываетесь, потому что на сегодняшний момент 49% зрителей смотрят без подписки. Некоторые все-таки подписались, было больше 50% без подписки. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, кто бы что ни говорил, все войны заканчиваются миром. Друзья, спасибо большое. Сейчас я поделилась с вами, ну потому что действительно очень многие из вас стали мне друзьями за последний год. И я поделилась с вами в Телеграме сейчас тем письмом, которое я нашла у себя в спаме, в заблокированных, по всей видимости, если эта женщина оказалась заблокированных. В общем, можете посмотреть, я в Телеграме это выставила и в сообществе на Ютубе. Ну, знаете, вот я стараюсь с вами делиться и горестями, и радостями своими. И я так и делаю, это канал без фальши, лжи, наигранности. Если меня что-то беспокоит, если меня что-то тревожит, если происходят страшные события в моей жизни, я с вами этим делюсь и делилась. Если какая-то радость, я с вами тоже этим делилась и буду дальше делиться.
Но я не могла не поделиться. Мне нужен был совет. Амиран, тихо. Очень многие написали. Сейчас, кстати, уже 10:30 вечера. Мы будем ложиться спать. Это я уже выставлю завтра вам с утра в завтрашнем ролике. Просто я сейчас прочитала ваши комментарии. Очень многих. Слова поддержки. Спасибо большое вам за это. Блин, я не хотела плакать в этом. Я прекрасно понимаю, что выставляя свою жизнь на показ, человек в любом случае столкнется с кучей негатива, с кучей хейтеров. Это все понятно. Я не показываю, не рассказываю очень многого того, что люди пишут. Делюсь только таким, ну, уже когда допекут. Но здесь как можно было пожелать маленькому ребенку смерти? Я не знаю. Ну, либо у меня есть два варианта. Действительно, вот спасибо, что вы написали. Я об этом тоже думала. И очень многие Амиран машинами играют громко. Сейчас уже надо спать ложиться. Мы обычно ложимся в 10 вечера, но сейчас что-то я разнервничалась. Спасибо большое за поддержку. Очень многие написали, я так и думала, что... И сама, в принципе, об этом думала, о том, что... Ну, либо у этой женщины... Либо это действительно провокатор, который хочет, чтобы я ненавидела всех вокруг в ответ, ну, то есть пытается вызвать у меня вот эту вот эмоцию ненависти, которую уже очень давно меня на это подстегивают. Либо это действительно человек, который, ну, если действительно искренне она это написала от души, пожелание смерти моим детям и мне, и чтобы нас разорвало, и мы, ну, короче... то человек просто с психушки сбежал. Ну, это страшно, когда среди нас расхаживают люди, которые способны, неизвестно еще на что, кстати, они способны. Ладно, мы идем спать.